Доуван бда посатолсон. Толстони милли телевизия дешмаги демонада. Толстони пайтахтлан конада дехангоми вакти саат хафт. Азиза Бойониан Ховун. Мабужиш майодадай ки аз пешна вахтунада ра-ра габжайдан бошма чама халги де чама хамсия халгуниян джо халгун алогун хахада. Демиян аз штайм кони чарчивада тоса эса габхумжа ирунжон, урусон, эрманион де чама халги мносибатун хахада. Амруш чама махсад чама халги де чама глайян бая халги, бо песохта Азербайджани довлати таркибада де толушон эйни глай зилми жиада жимон карда, лезгион хахада сахан кардее. Чи чонада амам манде дамон баянда, ян чо фаргон хастин, чо толушон ян лазгион мионада. Хар чи сабанав ай бувотум ки, амдагла халги баянда хашта ан йола джахатаве ки, Ама дайнанан чокнаки пиовотуме, маджбуримон песохта Азербайджани таркибада жимон бекамон. Бо мануада чо дыгла халги эсадна эгвол ие. Чун чко ам песохта довлат ба майдон бешаружику, чай хугуги муховиза органон, сахани рости бавон хугуги муховиза органон хич абни воте. Чун чко хагигатада авон беганунати, штан басати, харки харкияти, зилми органин. Авон зилм кардедан хам ба толушон, хамам ба лазгион, хамам ба замини джо бнай на халгон. Ин таси амиян йодада угатан ки, чама эсатна эгволи эйнияти ману амни ки, ама де лазгион хуна авлодимон. Яне хуни джахато эйни халгимон. Чум чко генетик джахато де янда хич авлодатиш не ба джо джо халгон, вей вакти эйни глай шариота дажимон карде, Эса дынё вей мамлакатонада ади глай холе. Амма аман хэсте ки толушон де лазгион пебемонон, чо дыгла халги эгволи эйнияти тасадуфи глай масала ни. Тикаян чок дыгад букомон, бавиндемон ки ам хаман чама халги штадада бобо заминонада ба баробар иян эйни статуси маликин. Дэджо сахани бувотомон хар дыгла халг шта Замини бнайня халгин. Пашари тарихи лап сафтана ружику авон сабасун бин шта заминада. Ба мануада ама де лазгион анчах эгволи баянимон. Хаман хуни баямон. Ам хуни баяти чи чада нишодода штани. Умуман бвотом бая баяти саханон анна вей окудудан ки натиджада чавон мануян молят лап ним душба. Ишта сафтана манушон гин карда. Масалан Азербайджани туркон вей вакти бая вотедан ба Анадолии туркон. Ин таси тикай ба нгли бушомон бавиндемон ки хагигатада жиго ни. Чун чко тарих нишодода ки Анадолии туркон карда ко хежо ам ба ки авон гырошон карда хайми Кавкази шион.
Գիրան բանազար բստանոմոնքի էս ազոր բոյջոնա դա բաշտաթրկ ոտակասոն վեինի անշիան, բավադա մալում է դաքի անադոլի թրկոն համան ավոնշոն գրկարդա։ Ավոն մահվշոն կարդա չամա ռեգիոնա դա բահար չի, չվրայ շահրոնի ան դիոն, չվրայ թարխի ան մադանի աբիդոն։ Ժագոբու բավադա չավոն կոմ բյաթիկու գամ ժայբաբե։ Ուխու անջախ բայանդը գր դշմեն բախալղոն ժիգո բազնեն կարդե բայանդը։ Ուխու ոմուն խունի մունի դշմենին։ Ավեջ մազիզոն, բաշմավոտ հետամքի անադոլի թրքոն դե ոզոր բոջոնի թրքոն միոննան գրա բյաթի անջախ կալի թարխի մարհալոնադա բազնև է։ Համանամ հանիան վեի սիոսի բյաթի է, նեքնիքի խունի բյաթի։ Չում չկո գիրամ Էրմանիստոն յան Էրմանիոն բանաբայն, բավադա չավոն յանդը ղր քարդե բալքյաման իդոմակայ դեթոբա էսատնա վախթի։ Ամմա չավոն գապ ժա զվոն թաղրիբան էյնի է ոթայնա, ըմրուշ ավոն բյավոթ է դան բայանդը։ Բպյոնե ժիգո բյաթի ասլմանոզնե, բավադա բաշտա չաշիվա բյան վիլոյատ օշադա ժիա ղրղզոն յան ուզբակոն։ Յոդո բեմականքի ավոն դինանան սննիա մսլմոնին։ Յանե չավոն առադը հիչ մազհաբի ֆարղոնան նին։ Չավոն հար դինանի թրկա խալղին։ Ինտասի մանսուբին բա ջո ջո թրկա թոբյոն։ Թիկայան բան նղլի բշոմոն, ոթանինի մոնքի ֆակտիկ ավոն իգլա խալղին։ Ամմա չիջ բուբուքի։ Շումա յոդադա բաբե պեշնա վաղթունադա չանդա կարա ըմդգլա թոբյա ղրշ կարդա յանդը։ Եսա շումա աշտան բվոթան, բյա բաբե բավոն բոթե։ Աբնի չմ ազիզոն։ Մադամա դգլա սննիա իան թրկա խալղ բյանի բոյանդը, ակսինա բոյանդը խունի պեշոմ է հոզն։ Բավադա ոզոր բոջոնի շիա մսլմոնոն չոքնա բյա բազն է բոթե բա անադոլի սննիոն։ Ամմա նազար սաղանդոմոն բաթոլուշոնյան լազգիոն, բավինդեմ ունքի ասլ բյաթի դամեդա բաչամը բդգլա խալղի։ Ամմա բվրադա շմա բազնեշոն պարսեքի, մադամ էյնի խուն ռուբեդա չթոլուշոնյան լազգիոն դամարոնադա, բավադա բոչի բաս ֆարղին ինչ ավոն զվոնոն։ Բազնեշոն ոթեքի չամա լեյլադոդո պարվոնեդա։ Նե չմա ազիզա բյոնյան հովոն։ Հիչ փորվոն է ֆիկադանիմ։ Դոդո հիչ վախտի դու ոթաշնի բաշմա։ Փորվոնի աշնի։ Հաղիղաթշ ոթա, էլմշ ոթա, ասլ թարխշ ոթա բաշմա։ Էս անժագո։ Գուշոն բամկու բբու համայ գլաբագլա բավոթեմ բաշմա։ Իմիննանի չոքնակի փիովոթմե խդո օֆայաշե չամաթոլուշոնյան լազգիոն մազ բզամինադա։ Ըմդգլա խալխ հիչ վրա օմանի բզամին։ Գաթը մշոն քարդանի ջո խալղի զամին, քուչը շոն քարդանի։ Ըմ համոն զամինեքի դ սե 5000 սոր բանավ չամա անկաբոբոն ժիմոն քարդեդաբինիո։ Սխանի քրթի համ թոլուշոն համան լազգիոն չը զամինի ավտոխտոնա խալղին։ Վրաշե ոթայնա այան բվոթմքի ըմ պարծմ դուաբե բա մաշհուր ալմանի լազգիշնոս պրովեսոր Վոլֆգանգ Շուլցի։ Բաշմա ոթամբեքի դսե մանգբանավ ավ օմաբե բաչամաստուդիա։ Չայի ջաբուբ ըմբե բամը։ Լեյլա խանում։ Չը թոլուշոնյան լազգիոր աջդոդոն, քեինասա ղադիմա այոմոնադա թի կայան սարոս բվոթոմ թոսա հնդա ավրոպավոժոն բզամին օմե գապ ժայդաբին իգլա զվոնադա։ Ավե չմա ազիզոն, չամա զվոնոն առադա բա էսատնա ֆարղ դմինադ առաջայինը։ Ասոս չամա խուն է, չամա մանշայ է, չամա ումումի գենետիկյան մադանի թարխի ռաղ ռիշոնին, չամա չը ռեգիոնի բնայնիա խալխ բեյը։ Չմը շինաշակատ հոլշոն։ Շմա զնեդաշոնքի ամա լազգի ոթյադա նազարադա գաթեդանիմոն անջախ չամա էսա զնա լազգիոն։ Ամա նազարադա գաթեդամոն չանդա գլա լազգիա խալխոն, սախուրոն, բուդուղոն, ուդինոն, հաթո խնալողոն։ Ամյան բանազար բստանանքի քալի ալիմոն ոթեդանքի խնալուղոն թիկայ ֆարղ դոդան չմը պեհանդա չա խաղոնքու։ Բաշմա նավքով ոթամբեքի քալի ալիմոն ոթեդանքի թոլշ սխանի ղադիմա ֆորման քադշ յա քաթշ բա։
Аман амани банд кардида багади ма кадусон, бачаман мстаги ма аждодон. Масала бамада ки хналугонан катеш ботедан башта. Чиче чеми ману. Авеки хналугон чама халги ипоан. Авон кучешон карда ба кобасон то саба вахти ки катеш сахан пегарда ба толеш сахани. Ами знеба пешта ки базне идо карде ки толешониан хналугон игла халг нин. Умуман чума азизон вейчион хахада базнем гапшай. Амма иминану бада амани эйни кардеда чама хун, маданият, тарихиян чама милли характер. Чуми ману авеки толешониан лазгион хесташоне эйни манави рагриша, хосият, эйни характеристика, иян манави ахлоги кейфиятон. Чумон сапе бомон чдгла дэгжа халхи джигамандати, чавон шарафиян лайогати хисси, чавон хар дэгла башта рагриша, башта тарихи ба мехибати, бавада хич шик шупа мандедани ба чавон авлодати. Шума чок-чоки фиг бдошон. Бавада бавиндешон ки, амашта телевизияда вей вахти овзон вардедамон лазгия махнеёниян рахсон. Чуми ману меки чумчко бэ махнеёниян рахсонада, ама виндедамон халги руфи, чай ба дынё эстетик мносибати. Захиран авон фарх бдонан бдечама махнеёниян рахсон, моляти назаро авон хаммай эйни формада акс кардедан жимониян дынё. Сбойми, толешониан лазгион че гадима контакти зона, яне ирони гавгази сивилизация ворисонин. Ама че кадисон ворисонимон, лазгион че гавгази албанон ворисонин. Чума азизон, аве азеса овардедам хам ба толешон, хамам ба лазгион. Чама дыгла халги эйнияти хахада чуми че бвотайон, хич манушон ни бабе, гирам ама ыштан дарк нибакамон ышта вахдати. Ышта гадима рагришон эйнияти. Чама тарихи эйнияти. Эхана чама тарих, чама дынё виндемуни побас нэбо, бавада хич мануш нибабе чама авлодати. Чими ману меки чё толушониян лазгион авлодати, бапе ышта акси пайдо бка амружна ружада чама миллиян сиоси идеологияда. Чама барда сиоси мборизада. Бабада чама тарихиян генетик авлодати мануян молятыш бабе, бо чама халгон эсатна жимониян бо чавон аянда эгволи. Яны чама дыгла халг бапе и бка ышта хамма гвонки, ама озод бзнамон карде ышта халгон. Гирам ама де лазгион бана мрхути и нбомон, чама дышмен, чама зылмкор, чама тарихи, фархангий, чама милли эйнияти мав карда дышмен, имкон ни бадо ки озод бабамон ама. Бсохтамон шта сабасужа довлати. Натиджада, ам довлат халг дейнанан, батасен б буявула дуа тырка зымрыхи дылада. Аве аз вотедам ки, джо рошон ни, чатолушон ниян лазгион. Авони ба нинин ки галиб бон ба дышмени. Иштанан озод бубун, овч бкан. Чума азизон, шар гада жигу мисал хисте ки хун хич вахти овабни. Аве аз умдавом ки хам лазгион, хаман толушон сараседанамони. Авон ра ди и бабен ки озод бзнен бе. Басохтен шта сабасужа Толестония Республика, иан сабасужа Лазгистони, иан ки Гавхази Албания Республика. Саломат бамандан. Бжье Толешониан Лазгион бьятиян дустати. Бжье Толестония Республика, иан Гавхази Албания Республика. Бжье Толестони Милли Телевизия. Зихаличил, зихвечичил, азистир ватан заучи. Исмет яман канья ун хаква, зи тахсир туш масанава, зи хаичу зи экучил, исерин макан масанава, у
ვი ხურავა ბუბა დილაკა კასპი ხუ ყანდერინია უ ზიხარი ჩილზი ეკუჩილ ისერილ მაკალმა სანავა ზიბათა ზიხარი ჩილზი რეფიჩილ აზისტირ ბათალმა საზაკნი ზიბათა ზიხარი ჩილზი რეფიჩი აზისტირ ბათალმა საზაკნი Тексамун язи хилзи курха Касфи ху квандерини яву Зихаичил гузгучил ви Дусвили меркез харса хуре Харса квалечня чухья квез Канха и тарикни гуда Зиха и чил, зиха и чил ви Бубарин тарих дустари вихиз Душман ривни квазуави тариф Туруги лева затай бурус Зихай чил, зи экучил, и серил бакан мацанава зибата. Зихай чил, зи рефичил, а зи стир батан мацазакни зибата. Зихай чил, зи рефичил, а зи стир батан мацазакни. Тексамун язи чил, зи хурухан. Каспи ху квандерини яву Зиха и чил зире хичи Азиз тирба талма сазакни Тексамун язи хилзи хурха Каспи ху квандерини яву Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем цикл передач об осетинских нартских сказаниях. Как мы уже отмечали в наших предыдущих передачах, в борьбе с врагом нартские герои не раз применяют смекалку и хитрость наравне с физической силой. Например, в одном из наиболее популярных нартских сказаний «Сослан и сыновья Тара» Сослан побеждает великана смекалкой и, обращаясь к последнему, говорит: «Разве ты не знаешь, что я Нарт Сослан? Сила у меня небольшая, ведь сильнее тебя никого нет на земле. Но умом я так крепок, что схоронил тебя под камнями и льдом». Искроглазый Сослан, действуя силой и умом, сокрушает вражескую крепость, наносит смертельные удары внешним врагам нартов, одерживает решительную победу над тремя богатырями. «Я не был бы нартом, — говорит Сослан, — если бы предпочел пир сражением». При осаде крепости Хиза пал смертью храбрых юный друг Сослана. И вот для того, чтобы оживить, спасти товарища, герой на руках несет его далеко, через 7 рек. В другой раз, торопясь на помощь к матери своей, попавшей в руки врагов, он встретил голодного человека, задерживается, кормит его и тем самым спасает его от верной смерти. На этом же пути он возвращает бедной вдове сына, вырвав его из когтей орла. В сказании «Сослан в стране мертвых» Сослан, увидев разутых и раздетых детей, не удержался, спрыгнул с коня, поправил одежду на детях и, обласкав их, отправился дальше. Все это характеризует Сослана как героя с большим умом и сердцем. Нарт Батрац, как уже было сказано, является олицетворением могучей силы, беспредельной честности и храбрости. В нужный момент он действует как искусный полководец. Он говорит: «Если хочешь победить врага, разъедини его, уничтожь его сплоченность, разбей его силу на части и добьешься над ним победы».
Батрац с юношеских лет ведет открытую и беспощадную борьбу с насильниками и врагами своего народа. Батрац с титанической силой обрушивается на завоевателей родной земли, чинящих насилие над его народом и разоряющих хозяйство страны. Он органически связан с людьми Нардской земли и, опираясь на них, творит чудеса героизма. Например, сын кривого великана Авсарона по имени Алаф, пользуясь отсутствием виднейших нартов Урызмага, Саслана, Бадраца и других, безнаказанно калечил многих нартов. Стальной Батрац, увидев с высокой горы творимые великаном насилие, спустился и в ярости, нанеся ему смертельные раны, прогнал великана со своей земли. А вот еще случай. В горах Нартов появился пестробородый великан, который не позволял им выгонять свой скот на пастбище и даже выходить из домов. Долго нарты искали защитника, который бы спас их от великана. И таким защитником оказался отважный Батрац. В сказании о Батрадзе и Тихэфырте говорится, что когда виднейшие нарты находились в долгом походе, Тихэфырт прислал в страну нартов гонцов сказать: «Предки ваши платили моим предкам дань девушками. Если вышлете мне девушек, хорошо, не вышлете, пойду на вас войною». Страну некому было защитить, и враг силою забрал красивейших невесток и девушек нартов. Видя это, Шатана говорит ястребу: «Лети скорее к Батрадзу и скажи ему, если стоишь, больше не садись, если сидишь, сразу вставай и явись в свое селение, потому что погибель пришла нартам». Батрац, узнав, в какую беду попала страна нартов, немедленно выступил в поход. На берегу он сразился с великаном и, победив его, освободил из неволи нартских женщин. Он возвращает мир и покой родной стране. Большой интерес представляет сказание о том, как женился Батрац. Самые видные из нартов собрались на Черной горе и устроили там величественный симт, то есть танцы. Пляшут они так, что горы осыпаются, деревья в дремучих лесах раскалываются, а земля под ними содрогается. Почему пляшут нарты? Сияние неба и великолепие земли, единственная сестра семи братьев, всесветная красавица Акола, живет меж семью дорогами в железной башне. Отважные нарты, соревнуясь между собой, хотят понравиться красавице. Тщетны желания героев. Один за другим получают они отказ от гордой красавицы. Последним обратился к ней булатногрудый Батрац. Красавица признает, что нет среди нартов равного ему. Она согласна выйти за него замуж, если он освободит своего деда Уона, который долгое время находится в плену у чудовища Канзаргаса. Герой немедленно пускается в путь. Преодолевая целый ряд препятствий, Батрац освобождает деда Уона и женится на красавице Аколе. Нардские сказания от начала до конца проникнуты оптимизмом и юмором. Основным носителем этого юмора является, к примеру, нард Сырдон. Он всегда действует острым языком, вносящим раздор и вражду в окружающую среду. Но в сказании о том, как нарты отправились в поход, острое слово и хитрость Сырдона спасают виднейших нартов от смертельной опасности. В другом случае Сырдон, ловко обманув великанов, забирает их сокровища. Если крупных сказаний, в которых Сырдон играл бы главную роль, мало, то почти нет ни одного значительного сказания, где разнообразные шутки, находчивость и смекалка Сырдона не играли бы значительной роли в судьбе того или иного героя эпоса. Однако юмор свойственен не только одному Сырдону, он присущ также и другим героям эпоса. Интересно отметить, что в нардском эпосе действующими лицами являются не только люди, но и кони, собаки, птицы. Но об этом, дорогие телезрители, мы вам расскажем в нашей следующей передаче. Спасибо за внимание. До новых встреч.
запалаштай, шамам на шошла нашта, что самой хваташтай. Баурнат да баурнат, бавар что тут закатай, нырьел котла аргон жарок баталата. Кувындын шошлан, кувынды жабон, пыштырлан балы. Кудаттым алтыд бір бунам, он пыр варшты ямалы. Варшты синай-най малан, ниш пасадан бирай. Сина каман архашманан дыэль бирай. Фандр саман уахтай, даут наришу. А вика джарен ансон ужахтай, а моя шишиши. Фандрай сагдишды дар, а сагдиштан бирай. Баладак, как фандр ира, най Эльвира. Кафагла пудам хазар на кануф, далты жон дуэй. Вот жарагла пухот подыхану, да хазар конду. Кафагма жараган, сарду ужин саванлей. Армаш тафтай, армаш жардай, ужин саранлей. Ай да жарт полварышы, качы же ты дар, югай дыгай, аптал жарышы. Андырама жарыган, ишбын атмаривыгай, ала варжон, арвон варжон, еуа кудан. Ага ду шошлан, ага ду жарын, рах ишкуттад мырын. Ушкурында нур, чиқы гдары, аркашта вагмырын. Даже юна душка мур, варжет да табирай. Мак как жергел порт, кавы на Эльвира. Арджина раджигарам гамат, райин шафендай. Вот ты бира, чужих заботка, а у сафендай. О, Эльвира, байкуш мам, хорш чужих аштавай. Алкаттар марахи саштай дамма пукаштан эй! Салты посал табу даван джоны шалсы. Алчикулы жарадая син зыртадын зурай. Ардвал заджирашу дамон давай кукуры. Задирашу дамон, давай кукурамай. Сардуал задирашу дамон, давай кукурамай. Маз забыёнян ховун. Амруж габажен бушма хетонян хети довлати хахада. Хетон бренджи асрада гада асяда жия, ашта хати номада довлати сухта ханда Европа халгин. Хетон анкаватан тахминан Балканунин. Авон чама ираку банав семина хазу сурада таргшон карда Балканун. Алимун жиго хисоб кардидан ки хетон хала чама ираку банав чомина хазу сурада Болгарстон, Ян Юнанстони, Сабасо, Карда, Имина, Ханда, Европа, Халгин.
Чайо чхнда Европа вжон миграция домина мархалада, а воншон дакште ба гада Азия. Джогла фарзия жиго хисоб кардида ки хетун чо гада Азия бумия халгин. Чамон аждодон сабасобан гада Азия да, чама эракубанав сенза домина хазо сорунада. Ба хетун фарханги тасирш карда хаман бабилистони цивилизация. Чавонку авон умуташоне михи навштай. Хетоништан эсабой тасирушон карда башта хама хамсион. Вистмина асрисавтада сабут карда бе че хетиян лувизвонон ба анадоли хача мансуб хета почуати дгла асос неза авлода навшта звонон хнда Европа манша. Тикай ба пешта таин беки, че звонону ба амал оман ликия, кари, лидия, сидетиян, чамай ракубанав, имина хазусурада че гада Азия ба Рома, ишхоли марузнаманда кали джо звонун. Хетон око додабин штан навштаяда дгла алиф бо. Хети звонун звонада бо савтана матнондро, че Асурия Бабили Михи Нбштайон адаптасия карда ба варианти, иян оржинала силабо идеографика навштай. Чама дастада ба материалон, имкон додан тасавур бкамон, че хетон дини тасавурон джамми комплекси. Бана хуритон газина хетонан, беят вардедабин ба авагура хдо тешебу. Че хетон сар жена хдо фарз базнемон карде ки, че гада Азия ма кибеле рай номада йола муа имина образ ба. Хетон ба хамай хайвононан беят вардедабин. Масалан бама чок малум ба дкалла пут савта хетон ку ба. Археологон че гада Азия шахронада ошко карда мхи матнон хабадудан ки, че Анадоли Ангадима Аголи, яне хетон, гав жайдабин че хети довлати сохта халги звонику фаргин ба глай звонада. Тожа тобион вардешоне дешта бе врада врон яд ба кучария маданияти чанда элементон. Чомон длада базнемон гейд карде аспавонати ян харби амалютонада саворион геш-геши окодой. Хамчинин тожа звон. Тика андрес бвотомон, алимон ба хнда Европа звонон аид карда де сегла звон. Бзвонон эса вотедан Анадоли звонон. Хети чарон глайни имина лабарна йола гатмкориан ислохот корбе. Ай гешеш кардезнай че хети почуати марзон де йоку ба де йо. Че хетон харби овандон де ай изохба бекарде ки авон око додабин де глануя авжорику. Чанги арабониян осана авжори. Хетон мумкюне ки имина халбин ки хаммайса банав хозышон кардабе иян око додабин джанги арабон. Арабон пайдобин нави Азияда чамай ракубанав дмина хазу сорада, че хнд Европа вжа биобони кучария арион дастада. Ба Юнанстон джанги арабон шакни ки хетон ку оман. Че хетон мстамлака иян гатмкура сиосати саджияви джахад авбе ки, авон ба дастпочабин ки арози марашулон хал бкан де харби амалиотон комаги не, де дипломатия комаги. Маз де хамсия довлатон элита нмойондон мховилада дабасте комаги, хетон умуш кардешоне башта довлати алаллах иян халпа, тархун таса иян кар кемиш. Сурияда че хетон мовгеон гойм бе ба пешта, чавон де мисири кала ба кала оме зарури бе. Дегла йола довлати вабавам манде сабе де сулхи мговила. Амма де мисири джангон гиришон ганде ам довлат. Чамай раку банав дон замина асрада хети довлат омарде. Че дьо халгон мион заминон дьо тобион коалисия куч карда бахти. Амма жигу глай парс манде да мионада. Чуне гин бин хетон. Йохан Леман шта хетон хазу хдойна халг номада китобада, жигу глай фарзия вардеда ки хетон шин ба кобасон. Айо асимиляция бин де германи тобион. Тацит ба йод вардеда хетон германи тобион тасвир кардеада. Ав нвштеда бе.
դեջո գերմանի թոբյոն մղոյսադա խետոն վովղալոդա դարաջադա աղլման դիան հոդին։ Ինդ ասիմ վարզիա հեժոբանա գլայ վարզիա մանդահալա։ Ամ հաչմ ազիզոն, ամրուժ ամա զնամոնեքի չը խետոն դովլատ, չը գադիմա դնյո ան գուդրատինա դովլատոն գլայնի բե։ Խետոն էս աբոյ ջո խալղուն նմունա պեգաթերո լոյիղ գլայ խաղբան։ Խդո կոմագոն բբու, սալոմատ բմանդան։ چشمو کاتم بینده مرسدو کاتم بینده ترونا به ناس خیلی خدوکو کاتم بینده نوزه دوشتا کیشم تش دارده کشتا کیشم تش بوسه هنی تم مه بوسه بوشتا کیشم تش نوزه دوشتا کیشم تش دارده کشتا کیشم تش بوسه هنی تم مه بوسه بوشتا کیشم تش
văzu Art agresiv și avatar La încombră și la gol, aici mi-i batar Văji, văji, balașez tot La încombră și la gol, aici mi-i batar Văji, văji, balașez tot Și la goneici mi bătar Văji, văji, fac și-mi poita La-ncombă și la-ncombă mi bătar Văji, văji, fac și-mi poita Văji, văji, fac și-mi poita